Всем привет! Хочу с вами опять распаковать посылочку. Посылочка с города Воронеж. Посылочка от продавца Кристины. Вот, от Кристиночки я уже получала посылочку. Вот, сейчас с вами... Ух ты! Как тут прям... Наверное, перед там, где адрес. Так, здесь должно быть вообще три орхидейки. Да, это три орхидейки. Одна пуценочка, которая уже отцвела. И две орхидейки я оплачивала полную стоимость, но Кристина мне выслала, когда написала трек, и написала, что одна орхидейка неважная, плохо себе показала. Вот. Как же ее достать-то? Никак. Да нет. Что-то надо предпринимать все-таки. Сейчас. Не вытащить так прям. Эх ты. Вот они же еще скотчем здесь берешь. Вообще. Так, наверное, еще где-то. Ага. И вот дырочка тут тоже скотчем закреплены. Поэтому даже... Ага, все, пошло. Так. И вот так вот она свернула все еще. И это. В одно целое. В общем, по посылочке она не ходила. По-моему. За что браться? Это вот где начало, где конец. Так. Уж не пойму, что режу. А. Ну, постаралась. Так, ну вот такая вот начнем. Одна фигня. Смотрите. Фортуната. Это каскадик. Видите, какой красивый. Вот. Такой вот красавец. И крупный такой. Кстати, очень такой хороший. Доехал неплохо. Сами вот цветочки такие. Очень неплохо доехал. Сейчас посмотрим корешочки. Но уже вроде тут не вижу таких проблем. Ну, все бывает. Давайте откроем. Так. Ой, дырочка приклеилась. Ладно. Вот такой вот красавчик. Вот такой. Ну, очень даже неплохо доехал. Цветочек крупненький. Сейчас померим с вами его. Так, только у меня что-то тут не померим. У меня только до 8, он гораздо больше. Сантиметров 10-11. Не буду искать линеечку. Так, следующее. А, да, вот подцветашечка. Ой, она очень красивая. Я ее увидела у другого
человека, как она цветет. И когда увидела, что у Кристины есть она вот цветашечка, ну как бы уже скинула бутошки, я очень ее захотела, тем более стоимость была там очень даже неплохая. Так, ну тут, конечно, он уже немножко не такой красивый, как тот был. Здесь вот не знаю, что тут. Вот тут вот. Ну, вроде, ну, буду смотреть. Ну, вроде ничего. Ну, корешочки есть, но очень немного. Скажем, немного. Так, ну, я вам ставлю фотографию, как всегда, его цветения. В конце видео посмотрите. И вот заказала изначально за полную стоимость данный экземпляр. Что-то там, как же название, экзотик, что-то там. Но Кристина сказала, что он не очень. То есть во время просушки он ей не понравился. Не понравился. Не знаю, что ей не понравилось. То есть он повел себя не очень. И она мне сказала, что он едет к вам бесплатно. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что же все-таки не понравилось, что что-то такого страшного. Упаковка, конечно, мега. Так. Ага, ну вот, да. Тут, да, тут были проблемы явные вот с шейкой. И лист вот подсыхал. И здесь вот. Так, ну, что тут с корневой? Ну, корневая. Ага. Ну, тут есть, конечно, корешочки. Есть, видно. Это вот как плесень, что ли. Ну, вот такое вот. Что-то тут прям. Ну, девочки, мальчики, что хочется сказать. Возможно, да, проблема есть. Я вижу усыхание корешков от шейки. Ну, учитывая, что растение досталось вообще бесплатно, я вообще респект продавцу. Не знаю, тут некоторые такое кладут за полную стоимость. Вот такой вот красавец. Ой, он ловкий на самом деле. Прям такой интересненький. Но все равно хотелось бы, чтобы у него все было хорошо. Я попробую все равно снять листик, обработать шейку ему. И надеюсь, что с ним будет все хорошо у меня. Попытаемся. Вот. В целом заказом я довольна. Отношением продавца тоже. Своевременно все отвечает на все вопросы. Не молчит. И вот, видите, да, если действительно цветочек отцвел, у него соответствующая скидочка идет. Не по полной стоимости. Если здесь какие-то были проблемы, его тоже не продают как здоровое растение. Ну, такой вот обзорчик, такие красоточки пришли. Кристина, спасибо, получила все. Все равно постараюсь выходить. Этот просто великолепен. Всем довольна.
Вот так вот. Всем спасибо. Пока-пока. Вот, прошло 2 дня после получения данного растения. Как видим, цветочки уже увядают. Что мной было сделано? Только было растение полито. И да, действительно, проблема существует. Я вижу, что начинает... Я его еще не обрабатывала. Только полила через низ, вот в поддон. Как видите, здесь более-менее все сухо. Только внизу немножко было вот так вот полито. Да, листик действительно желтит. И дальше вот этот, как мы можем видеть. То есть и усыхание корней как раз вот. То есть гнилые корни с этой стороны. Сейчас наверняка буду доставать или разгребать ушейки. И, конечно же, обрабатывать его максимум или фундазолом. Уже буду смотреть по обстоятельствам. Хорошо, что растение мне пришло бесплатно, потому что все-таки, да, проблема с ним какая-то есть. Вот. Ну, а так бы мог продавец выслать это за полную стоимость, как некоторые делают. Так что только браво продавцу, еще раз говорю. Респект и уважение. Вот. Вот такие дела на сегодняшний день. Все, теперь со всеми точно прощаюсь. Всем пока. Пока.